Hello guys, Maca Video Game, Maca Video. This time.
Надеюсь, объяснительную писать не заставят.
Понимаю. Но тогда откуда все эти слухи о приюте? Я что-то с трудом представляю Амбреллу благотворителем. Я вообще-то думала, речь пойдет о новых грантах корпорации. Бросьте, Аннет, это скучно. Люди хотят знать все о Дживирусе. Кто вам о нем сказал? Хотят знать о чертовой выгребной яме под городом. Всем уже известно о подземной лаборатории. Либо вы мне а сами все выложите, либо кто-то другой за вас. Интервью окончено. А дальше что? Плохо дело. Ну дай передохнуть. Да сколько можно? Это уже второй раз. А я и не знал, что мы ведем счет. Слушай, это не игра. Ему не хватило? Их так просто не убить. Достал пропуск? Да. А еще... Может быть, там есть зацепка? Может. Надо послушать. Пошли отсюда. Теперь можем их открыть. Ну что, нашла, что искала? К несчастью, нет. Бен меня подвел. Тогда что ты вообще ищешь? Спроси у тех, кто устроил этот бардак. А что насчет тебя? Играешь в героя? Вроде того. Кто-то решил устроить войну, как в 40-е. Нам понадобится подмога, чтобы спасти город. Тупик. Можно в обход через оружейную лавку. Все вверх дном.
стой там. Я вас не трону. Я сказал, стой там. Я просто шел мимо. Пожалуйста, опустите ружье. Разбежался. А ну-ка, поворачивай и ступай дальше, куда шел. Кажется, вашей дочери нужна помощь, сэр. Я сам разберусь, как мне быть с моей дочерью. Руки. Нет! Стой! Отойди. Надо избавиться от нее, немедля. Избавиться? Сука, это моя дочь! Ада. Давай оставим их. Эмма? Солнце, я просил тебя не выходить. Папа. Да, милая. Папа здесь. Я рядом. Всюду эта нечисть. Откуда она? Ты ведь коп. Ты обязан знать, почему все пошло так вот, а? Нашу малютку-то за что? Мама. Мама спит, ангел мой. Спит. И тебе пора в кроватку. Пойдем, а? Эмма. Уйдите. Просто не лезьте к нам. Знаешь что? Если так не хочешь сказать правду мне, сказала бы ему. Я должен знать, как это началось. Знать, кто за этим стоит. Помочь таким же, как они. Затем я и пошел в полицию. Моя цель – не дать замыслам Амбреллы состояться. Пока не справляюсь. Если это даст городу надежду, я с тобой. Слышала, корпорация Umbrella. Прикрываясь медициной, там создали биооружие. Вирус, обращающий людей в машины для убийства. Теперь понятно, что за твари я видел. Я разыскиваю Аннет Бёркин. Одну из тех, кто трудился над вирусом в корпорации. С ней надо покончить. Это прямой путь к Аннет. Судя по твоим словам, в канаве ей самое место. То-то же. После вас. О, спасибо. И что светило науки делать в таком месте? Издержки контракта. Штаб Амбреллы скрыт под землей. Да брось. Стоки прямо под городом. Как они построили базу, не привлекая внимания властей? В Америке все можно купить. Амбрелла давно подчинила Ракун Сити. Это что? Землетрясение? Остается надеяться. Это что за... Гляди в оба. Бог знает, что мы встретим.